Для Тяфика Бурундукова День сотрудника органов внутренних дел не чужой праздник. Он более 10 лет служил старшим дознавателем. Сегодня мужчина вновь среди тех, кто защищает правопорядок в городе. Его наградили благодарственным письмом. Ведь недавно полученные на службе навыки пришлось применять на пенсии. 4 ноября во дворе своего дома ветеран увидел, как двое злоумышленников на авто ударили припаркованную машину и пытались скрыться с места аварии. Но Тяфик Рафатьевич преградил им дорогу и своими действиями помог задержать преступников. Признается, что по-другому поступить не мог. Ведь всегда приходит на помощь, если видит несправедливость. Если бы они уехали, понимаете, они были в неадекватном состоянии. Они бы могли сбить, вообще бы горе кому-то принести. Ну не мог я, понимаете, иначе поступить вот так. А героем я себя не считаю. Его, а также действующих сотрудников полиции почетными грамотами наградили в честь профессионального праздника. Особо отличившимся полицейским вручили и очередные звания. Награды городским служащим правопорядка вручила и глава Самары Елена Лапушкина. Я благодарю за возможность присутствовать на этом собрании и поздравить вас с профессиональным праздником и сказать слова благодарности за вашу службу. Хочу вам пожелать, наверное, банальные, но так необходимые каждому человеку вещи – это здоровье вам, вашим родным и близким. Хочу пожелать нам вместе жить в мирной, в сильной стране. Будьте счастливы, успех вам по службе. Мы очень на вас рассчитываем и очень рады, что трудимся вместе с вами. С праздником! В завершении торжественной церемонии начальник управления МВД России по городу Самара Дмитрий Урюпин поблагодарил всех за прошедший год и рекомендовал не снижать темпов и объемов работы, потому что служба не становится менее опасной и трудной ни в праздники, ни в выходные. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.